Дорогие друзья, нас сегодня порадовали выходом новой версии iOS 14.5 Beta 6. Я сегодня, к сожалению, не смогу накатить эту версию iOS, но я вам смогу, по крайней мере, рассказать, что в ней нового. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Итак, друзья, добавили новое звучание, новые голоса касаемо Siri. Теперь она более выразительная, более выдерживает паузы, то есть на движок Neural Peak Voice, по-моему, если я не ошибаюсь, то есть это новый движок, теперь все будет по-новому звучать, точно так же будет на английском языке, ну и сейчас я вам примерно продемонстрирую, как это все-таки будет выглядеть. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Hi, I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. I'm Siri. Choose the voice you'd like me to use. Ну и, конечно же, у кого будет данная версия iOS, вы напишите, как она у вас работает. Я, к сожалению, не смогу ее накатить. Как бы там хотелось, не хотелось, она близится уже к релизу. Скорее всего, уже будет релиз. Я думаю, до презентации в апреле, которая будет уже, они нам ее тизернут или релиз уже будет. Не смогу накатить данную версию iOS. Нужно затестить кое-какие приложения на данной версии iOS, которые я сейчас на 14.4.2. Нововведение — это то, что именно касаемо добавили конкретно хоть какие-то изменения новые, а не просто производительность, автономность. Это касаемо движка Siri. Если вам понравилось видео, подписка, лайк, комментарий. Прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Всем пока! Break me.